Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на канал Fox Tales. С вами Катерина. Я скучала. Скучала по таксовой жизни. Скучала по моей великолепной машине, которую, ну, немножечко проапгрейдила я в прошлой серии. У нас новые шашечки появились. Смотрю, что раннее утро, половина седьмого. Я бодра, весела и красива. Давай начнем... Нет, давай мы не начнем наш день с аварии. Давай начнем наш день красиво. Подберем человека, облегчим ему жизнь, поможем ему доехать до работы. Вот я вижу какого-то страждущего на этой стороне. Вот его мы... А что это вы тут на меня так пялитесь? Не пропускают. Говорит, видимо, одностороннее движение, а ты творишь какую-то дичь. Еще один момент. Ты просил в комментариях меня погонять. Говоришь, забей на светофоры, забей на штрафы, не убей людей, но едь очень быстро. Можно попробовать, почему нет? Только надо понять, в какую сторону нам поворачивать. Вот сюда можно, давай. Давай попробуем поддать газку сегодня, несмотря на все кирпичи, которые повесили мне на дороге. Я хочу хоть кого-нибудь подобрать, но знаешь, как говорится... Не в суматохе одиночкой ездить на скорости, а чтобы у тебя был компаньон. Вот сюда повернем. С компаньоном веселее. Компаньон будет тебя развлекать. Чё ты тут мигаешь? Сломался, что ли? Будет развлекать, будет орать, типа, какая скорость? Довези меня с живым-здоровым, тормози. Как он там? Водитель, шофер, человек. Где, кстати, человек? А, наверное, надо взять его, да? Ну вот смотри, я прямо возле него стою. Его я беру. И он сейчас появится, точно. Только очень неудобно. Мне парковаться надо как-то. Ребятушки, опасный момент. Гол. Великолепно. Я считаю, что я подобрала клиента просто... Просто здравствуй, просто как дела? Чё сел-то в задок? Не боишься меня? Не бойся. Собака у меня не агрессивная. Смотри, какой-то... Е-мое. Что за собрание Ку-клукс-клана? Вы куда пошли таким шагом строевым? Ладно, нам надо как-то развернуться. Понять бы как. Там кирпич. Ага. Под кирпич нельзя, хотя можно рискнуть, но риск дело благородное в одиночку. А когда у меня есть ответственность за чужую жизнь, мы просто с тобой гоним. Просто гоним, невзирая на все неудачи, которые нас будут ждать по пути. Типа вот мусорки, которые, блин, неубиваемые. Из чего вы ее делаете? Из перчатки Таноса. В реальности таких урн нету. Во-первых, металлических урн нету. Они все у нас где? Они все в скупке. А в-третьих, ну, как можно делать такую урну, в которую ты влепляешься, как в кирпичную стену? Урна должна гнуться. Просто сгибаться под весом моих металлических колес. А иначе что? Повреждение машины мне обеспечено. Я и так не хочу на ремонт работать. Я прошлую серию в ремонт каталась. И тут как-то так вот нехорошо получилось. Все эти. Вроде как курильное место обустроили, мусорное место обустроили, а оббить эту мусорку для мягких врезаний не додумались. Вот это в горку-то я хорошо тяну, а этот не тянется. Что, смотивировать с близкого расстояния, знаешь, как некоторые прижмутся к тебе, к заднице, и едут. Вот так я перестроилась. Хоба, вовремя. Я типа, ты чего такой медленный? Давай вперед, быстрее. А у тебя, может, своя скорость по жизни? Я всегда говорила, нужно брать пример с черепахи. Следуйте ему, и будет все прекрасно. Но сегодня мы не будем с этого брать примера, мы будем гнать. Возможно, я не успею затормозить, но хотя бы прокачаю свои навыки водительские. Что у нас тут? Что у нас случается? У нас сейчас идет парад планет, а здесь парад машин. Ну что такие тормозные?
Я хотела... Ой, какая я... Ой, какая я. Хотела на сосед свою посмотреть. Посмотрела на себя. Поехали. Светила мои огненные. Давай, давай, колеса. Вуть-вуть-вуть. Ладно, короче, с тобой кваши не сквасишь. Поехали. Ой, это так экстремальненько. Ну, конечно, все светофоры красные наши. Как погонять? Сейчас мы вот так вот. Давай, 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 проезжай. Нормально влезли? Если бы светофоры все были зеленые, то было бы шикарно, но не на нашей стороне сегодня звезды. Меркурий ретроградный. Мешает нам воплотить все наши планы в жизнь. Ну а что ты хочешь? Сейчас такое время, кстати. До конца апреля, до 20, то ли 5, то ли до 29 числа. Меркурий ретроградный. Поэтому людей штормит, людей сносит, люди злятся, вот, бибикают. Нужно в это время быть спокойным, не начинать новых дел, не начинать ничего, вообще ничего не начинать. Просто проживи этот период тихо, спокойно, чтобы на тебя меньше всего обращали внимание. Отрабатывай свои кармические долги. Масштабные дорожные работы. До событий масштабные дорожные работы остался один день. Господи, ну ладно. Так, туда нельзя поворачивать. Значит, с этой полосы хоть куда. Поехали. Пока эти там будут тошнуть. Чувак, мой зеленый. Ну смотри, все светофоры наши красные. Мужик у меня проклятый. Знаешь, вот ты, когда дело какое-то задумываешь и едешь на него, всегда ориентируйся по светофорам. Какой тебе сигнал чаще встречается? Если ты натыкаешься, пожалуйста, не натыкайся на красные сигналы, пусть тебе всегда будет зеленый свет. Но если ты чаще натыкаешься на красный свет, останавливаешься, какие-то перетрубации на дороге, какие-то у тебя ненормальные... Эх, на красный проскочил, ладно, вроде не заметили. Житейские приключения случаются... то тебе вселенная говорит, не едь туда, не к добру. Может, это, конечно, собеседование какое-то важное. А знаете, как появилась Барселона? Как тут отвечать-то? Нет. Боюсь, нет. А хотите, расскажу? Конечно. Болтай, перебивай меня. Ага, люблю науку узнавать. Барселону основали римляне в 1 веке до нашей эры. Она тогда называлась Барсино. Для римлян это была стратегическая крепость на Средиземном море, а в средние века город стал ключевым торговым центром. Буду знать, спасибо. Это был интересный разговор, это шикарно, только от дороги меня отвлек. Я как водитель трамвая, мне нужно сфокусироваться на дорожном полотне и двигаться... цели мои. Охрена себе. Смотри, как машина повредилась. Круто. Да не бибикайте. Как-то я так не увернулась. Знаешь почему? Потому что этот, простите, редиска припарковался. А, потому что это вообще встречка. Серьезно, это встречка была? А я так хорошо ехала по встречке. Но в любом случае, припарковался он неверно. Он свой таз выставил. Выставил вперед, и я в него въехала. Понимаешь, ты же видел, у меня была абсолютно полностью прямая дорога. Я по ней как по линейке двигалась. Паркуемся. Римлянин мой. Здрасте, вылезайте. Короче, проехали мы в минус твои 300 баксов. О, 600 баксов. Нормально. На 4 звезды. Хорошо. Если бы не авария, мы бы на 5 звезд проехали. На эту взять сдачу. Возьмем сдачу. Мы проехали бы на пятерочку. Чаевые 35 даже. А, нет, задание 359. Он мне дал 1000 баксов, я ему 600 баксов сдачи дала. Тогда грустненько. Да не грустите вы. Вы-то что грустите? Ну, моя машина хайдокана. Просто да нельзя. Ну, ладненько. В следующий раз в гараж поедем.
Заодно перекрасим ее. А, не, подожди, я все поняла. Это я взяла задание. Не взять сдачу, это значит взять задание. Я все никак не могу привыкнуть. Вот моя сдача стоит на 600 баксов. Так, коучи, таргетологи, тарологи. Садитесь, пожалуйста, а я вот... Разместите всю машину вовнутрь. Ребят, я вот только что разместила свою машину вовнутрь другой машины. Вы хотите, чтобы я повторила это на бис? Так, ну давай, колеса, значит, сюда. А теперь мне задние колеса. Нет, стоп. А как мне задние колеса вывернуть? У меня задние колеса не выворачиваются. Вот так. Так. Мужик, если ты сзади стоишь на машине и слышишь меня, уедь. I don't know, как я это сделала, но у меня получилось. Я тебя просила, уедь. Поехали, пока нас не запалили. Поднаставить своих колымак честному человеку, таксисту не стаксовать безаварийно. А сейчас еще какие-то дорожные работы будут, это же... Это было страшно. Я думала, как он мне врежется в бочину. А у меня там, между прочим, пассажир сидит. На минуточку. Не знаю, пристегнут или пытается нарушить жизненные правила. Где мне? На каком перекрестке-то мне переезжать? Сюда, по-моему. Ну, я немножечко попозже просто разворот взяла. Сейчас, подождите, сориентируюсь. Как ты видишь, скорость не особо моё. Я вот если тихой сапой еду, то машина цела в большинстве случаев. А если я пытаюсь играть в форсаж, то какого хрена он тут стал? То мне это прям невразумительно дается. Это тяжело по таким улицам ездить. Можно мы будем в пустыне таксовать? По пустыне с бедуинами. На осле. Нет, как этот тыгдык называется с горбом? На верблюде. На верблюде таксование замечательно. Ни те других верблюдов. Ни те других препятствий. Кроме кактуса. Это же шикарно. Есть такая игра или нет? Надо ее создать. Мне во сне она наверняка приснится сегодня. Я все время... Если о чем-нибудь болтаю, мне потом это во сне снится. Мне вот сегодня снилось, что я в каком-то отеле живу незаконно. И вот перебираюсь с одного номера, ну, в другой номер. То прикинусь работницей, то прикинусь постояльцем. Короче, месяц я так в отеле прожила. Ты понимаешь, я в жизни живу дома, а во сне я прожила целый месяц в отеле. Накалывая работник. Почему мы встали? Это раскоряка. Ты слушаешь мой сон? Все, он закончился. Морали нет. Мораль такая, что я не хуже поймай меня, если сможешь. Во сне. В жизни, конечно, я бы запалилась. Я не вот этот не экстремал-любитель. Я такой трус. Ух, ты бы только знал. Ребята, что стоим? Мамку ждем. Мамка приехала. Разворачиваемся. Мне вот эти адреналиновые маньяки, нет, не в моей крови. Мне нужно по-спокойному, по правилам, педантично, но не в игре. Как ты видишь, когда я тут на дорогах, я немножечко творю дичь. Но я бы тоже ему побибикала. А чем мы долго так будем ждать? Ага, сейчас сообразит. Такое ощущение, что где-то в параллельной вселенной я играю в эту игру. И еще одна я играю в эту игру. И все мы там не умеем нормально играть. И вот в этой версии мы все встречаемся. И вот эти все тупники машинные, которые ты видишь на дороге впереди, это все моя. Моя работа. Хорошо, что есть такси. У меня прям ноги отваливаются. Разминка. Похоже, сегодня вы неплохо размялись. Так и я о чем? У меня была долгая прогулка по городу.
Ощущения. Давай, ощущай. Потрясающе. Как вы себя чувствуете сейчас? А да вот, щиколотка как-то разболелась. Беспокойство. Давай побеспокоимся. Ох, надеюсь, ничего серьезного. Я тоже надеюсь, схожу к врачу. Я, блин, выехала на встречку, заболталась. Ну, нормально. Плюс 100 баксов. Ой, это плюс 100 очков к опыту моему. Хотя в денежном эквиваленте. Блин, вот и я лоханулась, стала не в ту полосу. Дай перестроить. Было бы лучше. Знаешь, таксисты, это же психологи. Поэтому, собственно, им и оставляют чаевые. Если ты таксуешь, болтай с людьми. Вот честно, болтай. Ты тем самым располагаешь их к себе. И они уже не смогут просто уйти и сказать, дай мне 15 рублей моей сдачи. Не, они скажут, не, не надо никакой сдачи. Люди любят, чтобы их слушали. Поэтому слушай и мотай на ус. Вот меня мотает прям очень странно. Я вроде не бычок, а хожу, шатаюсь. Где там сигнал светофора? Ну куда смотреть? Все, поехали, желтый. А че у меня мышка тут на полэкрана? А че она мне не исчезает? Здрасте, вашу Масю. А, все исчезло. Иногда глючит игру. Сейчас ручника сниму, не переживай. Нам еще до пункта назначения ехать и ехать. Давайте ускоримся. Давайте попробуем все-таки погонять без особых последствий. Для нашей лакокрасочных покрытий. Ой, как страшно это было. Вот мне нравится по прямой. В принципе, мы сейчас и едем по прямой. Тут фиксация, камеры, все, проехали, погнали. Вон какой-то кубок. А что это у нас за кубок? Врум-врум-врум-врум-врум. Стоп. Ты видишь, что-нибудь взять можно? И я не вижу. Все, поехали тогда. Зря только остановились. О чем он? Я же сняла с ручника тебя. Зря только остановились. Что хочу сказать. Прикольно тут выглядит аварии. Ага, мне сюда. Ой, мои красавицы в красном. Вы чего? Уже под обивку грубо оделись, что ли? Нельзя же так под колеса кидаться. А что хочу сказать. Аварии показаны прикольно. И вроде бы вот когда мотоциклетки разлетаются, тоже классно. Мы это увидели. Я, в принципе, для этого тут аварии создаю. Неужели ты думаешь, что я получаю от этого кайф? Нет. Просто смотрим возможности игры. Так вот, было бы классно еще, если бы детали разлетались. Но это, наверное, прям я вообще хочу офигеть, какую детализацию, да? Чтобы вот стекла в разные стороны. Меня так тряхануло. Вообще. Было бы неплохо, если бы водитель тут тоже получал повреждения. И помимо того, что ты ремонтируешь машину, тебе нужно еще обращаться к врачу. И если ты чересчур болен, то тебя не выпускают на линию. Как тебе такая идея? По-моему, огонь. У меня вообще куча идей. Я идейный человек. Вдохновлю бесплатно. Ссылку на карту скину в личное сообщение. Пишите. Так. Давай сюда, по-моему, мне вроде как бы. Вроде как бы да. Блин, ну ты... я тоже сюда хотел. Вот ты умный перестраивальщик. Будем двигаться в потоке. В ресурсе, в моменте. Если, конечно, кто-нибудь из них начнет ехать с нормальной скоростью. Спасибо. Ты как чувствовал, да, что этот баран встанет посередине дороги? Это одна из версий меня, которую нужно посмотреть на карту. Если человек встал по дороге, вот, и я тоже так могу, ребят, то, скорее всего, он смотрит навигатор. О чем мы на красный-то едем? Здрасте, стадо мое. Интересно, тут так движение сделано. А, ой, медленней. Мужик, ты че? Не переживай, медленней так медленней. Старенький, он говорит, тоже. Ты куда мне, говорит, с разбегу в гроб, что ли, хочешь завести? Ладно. Мы старость уважаем. Мы уважаем всех людей. Я считаю, людей всех надо уважать. Людям надо помогать.
И мы доехали до точки назначения. Сейчас мы опять будем корячиться. Но, опять же, я говорю, всех нужно уважать. Даже те, кто долго паркуется, требуют особого уважения. Отлично. Найн говорит. Сложность трудно. Мы выполнили сложность трудно на 4. Сложность трудно на 4. Мы заработали 600 косарей. Ну, и чё, и как вам, а? Ой, я считаю, это просто великолепно. Возьмем задачу на 710 баксов. Слушайте, ну у нас еще время есть, или уже, наверное, пора заканчивать? А нет, мы не будем брать задачу. Мы поедем с тобой в гараж. Да, вот он гараж, да, по-моему? Мать моя родная, слишком далеко. Снять все от выделения. Вот, хочу в гараж поехать машину починить и перекрасить. Ага-га-га! Это что сейчас было? Может быть, как-то может тут тупо по прямой гараж быть и будет быстрее, но, видимо, нет. Это вот так, вот так. Это ж... Это слишком большие завороты. Меня уже тошнить начинает. А вот можно развернуться. О, нормально. Поехали, доедем до гаража. Мышка, 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 мышка. Уйди. А, почему ты не уходишь? Нормально так она мне подзависла. Не, я жму на нее, она когда жмет, она типа должна исчезать. Она не исчезает ни хрена. Давай. Ну и тут она будет мне, да, также май, как это. Ой, нет, не исчезла. Короче, периодически машину глючит. Мышку глючит, и машину, в принципе, тоже. И она мешается. Машина хуже управляется, когда мышка вот на экране видна. Исчезни, подруга. Блин. Печально. Что-то у нас тут какая-то странная развилка. Я просто вот так поеду. Фиг ли там думать. Нормальненько я так держусь. Учусь центровать машину, учусь чувствовать ее габариты. Понемножку, по чуть-чуть. Мне, конечно, больше нравится, когда сверху вид. Так проще. Я вообще простой человек. Вижу простоту, следую ей. А вот эти усложнения, они, конечно, неплохи, если ты к ним готов. Если ты готов. В усложнениях удовольствия не так много. И вот если ты готов оттуда черпать какой-то позитив, то, пожалуйста, делай и радуйся. Я, Людечки, мне вот сюда. А тому туда. А-а-а. Сейчас мы перестроим друг друга и будем радоваться. Давайте даже поворотник включу. А теперь выключу. Я смотрю, тут не я одна такая одаренная. Есть же, как Бог на руку положил мне голову. Что стоим, ребят? Я поеду. Надеюсь, красного сигнала не было. Господи. Выносы эти железные. Зачем? А, стоп, нет, сюда. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот нормально. И так можно. Так, я ж поворотник включила, значит, всех предупредила. С крайней левой полосы в крайнюю правую. Ну, если твой уровень мощности тебе это позволяет, делай. Главное, не в реальности. В игре можно делать все. Я не понимаю. Продолжай в том же духе. Ваш стиль вождения повышает ваш опыт, видишь? И видишь, мне даже игра это подтверждает. Я говорю, я не понимаю, когда вы делаете все ограничения какие-то, когда их иногда можно обойти. Зачем? Ну, проедь ты по встречке. Ну, кто тебе по хвостику твоему поколышет? Никто.
Видишь красный сигнал светофора? Ну, приостановись. Не увидел, проехал. Да и ладно. Главное что? Главное не переносить это все в реальность. Оставляй вот эти свои влажные фантазии в играх. И беды не случится. Ну, мне кажется, так правильно. Куда мы едем? В гараж. Вот. Вспомнила. Зачем ты лишний раз поворотник? А потому что вот этот вот стадный инстинкт. Ты видишь, он поворотник врубил, и я врубила. Типа, ему можно, и мне надо. Тихо. Радует, что поворотник здесь автоматически отключается. Я не знаю, в жизни так или нет. Мне кажется, если бы я в жизни это таксовала, да и вообще за рулем была бы, я бы очень долго пыталась подружиться с поворотниками. А мне туда нельзя. Но меня ведет туда навигатор. Да почему? Я все понимаю. Все понимаю, что вот им можно, а мне нельзя, хотя навигатор меня туда ведет. Но, с другой стороны, бляха-муха, как же эта мышка достала? Может, настройки зайти? Алло. Да. Карта, круговое меню, включить, выключить двигатель. Сейчас я все пролистаю, может быть, у меня где-то он тут... Нигде. Я к чему хотела сказать... Бывает в играх вот такая разметка, типа тебе не дает проехать. Но никогда такая разметка не делала так, что ты просто вкрячиваешься в нее, как в стену. Никогда такого не было. Тебе просто, ну ты так останавливаешь, тебе говорят, туда нельзя. А это такая подстава. Ну, я буду знать, как бы. Я даже видела, второй раз проверила. Я вот даже вот ворота проверила. Дала тебе почувствовать, что это одинаковый способ врезания в невидимую преграду, через которую почему-то другие машины могут ехать. Я жму в гараж заехать. Что не так? Алло, я нажала. Короче, у меня, по-моему, заглючила мышка. Да, нет, сейчас нормально. Непонятно, почему. Все то же самое делаю. Блин, 9%! А, ну что я переживаю? Как нажать полный ремонт на 30 баксов-то? Нормально. Вот это колесо много ударилось. Короче, а если это... Вот как чинится. Все, хорошо, починились. Надо заправиться еще. Что-то скоплением у нас все выходит не очень. Твой эксперимент с тем, чтобы помоем машину, или пусть грязная есть, пусть пока грязная. Хотя, наверное, люди скажут, что она такая грязная. Твой эксперимент с тем, чтобы я ездила быстро, как ты видишь, оказался провальным с моей стороны. Хотя ехала я вроде бы неплохо. О, мышка отлагала. Замечательно. Ехала я неплохо, просто как-то там вот беда. Беда, невидимая преграда случилась. Поэтому в следующей серии продолжаем таксовать по правилам и ездить аккуратно. Зачем я так дергаю мышку, я не понимаю. Давай вот так припаркуемся. Большое тебе спасибо за просмотр. Поддержи, пожалуйста, лайком. Пиши комментарий, обязательно подписывайся на канал. До встречи в следующей серии. Пока-пока.